Без смартфона, как без метлы. Теперь на рабочем месте дворникам не обойтись без мобильного телефона. С 16 ноября коммунальщики отчитываются об уборке в онлайн-приложении «Проверки Подмосковья». Платформа должна повысить качество содержания дворов региона. Вот я сейчас захожу в приложение, сейчас стою на территории площадки и буду снимать. Буду снимать, вас снять и отправляю. Джахангир Суюнов – дворник со стажем. Наводит чистоту в Люберецких дворах уже 12 лет. Рабочий инвентарь не выпускает из рук с 7 утра. Грабли, совок и мусорные мешки помогают привести в порядок детские площадки, урны и тротуары. А смартфон – запечатлеть результаты трудов. Джахангир управляется с камерой телефона пока не так ловко, как с метлой, но надо стараться. Фотоотчет очень ждут в Центре управления регионом и управляющей компанией. Делается фотография с чистой дворовой территории и отправляется на сервер. Привязаны геолокации, то есть мы можем понимать, где была сделана фотография. Работа в данной программе предельно простая, какого-то специального обучения проходить не нужно. Тем не менее, наедине с интерфейсом нового приложения правительство Московской области дворников не оставило. Для люберецких коммунальщиков экскурсию по вкладкам проверок Подмосковья провели на обучающем семинаре. Далее руководство к действию. Вы делаете фотографию до уборки, во время уборки, после уборки. А если кто пожаловал жителей на какой-то территории, и когда на этой фотографии видно, что территория убрана, тогда это зачет и вопрос снимается. До сих пор претензии к качеству уборки дворов в ЦУР поступали неприлично часто. В рейтинге жалоб они вошли в топ-3. Приложение «Проверки Подмосковья» поможет снизить число обращений и дисциплинирует дворников региона. Ежедневно от коммунальщиков ждут фотографии чистых дворовых тротуаров, проездов и детских площадок. Зимой проследят буквально за каждым взмахом лопаты. Диспетчера муниципальные ЦУР. После получения информации о снегопаде доводит моментально информацию до каждого дворника. Данное задание он должен взять в работу в течение 2 часов. Также контролируем этот вопрос через наш региональный центр управления. На сегодня все муниципалитеты Подмосковья освоили программу с помощью сотрудников Министерства благоустройства. 54 из них активно используют приложение. Итоги работы дворников Подмосковья будут подводиться ежедневно. Качество содержания дворов проконтролирует губернатор Московской области Андрей Воробьев. Дарья Борисова, Александр Моисеев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.